Одинцовские полицейские начали подведение итогов работы за первое полугодие на торжественной ноте. Особо отличившимся сотрудникам выразили благодарность. Спасибо. 16-й год начался для одинцовской полиции совсем неспокойно. Правоохранителям пришлось обеспечивать безопасность нескольких массовых мероприятий и реагировать на существенно увеличившееся число сообщений в дежурные части. На территории обслуживания управления за первое полугодие текущего года мы с вами провели 920 массовых мероприятий. 24 раза мы с вами обеспечили охрану общественного порядка на мероприятии участия поставленных лиц государства, иностранных государств в том числе. Количество участников всех мероприятий превысило 182 тысячи человек. Рост числа преступлений правоохранители связывают с вводом в эксплуатацию новых жилых домов в строящихся микрорайонах. Это приводит к росту численности населения Одинцовского района. Горький опыт показывает, чем больше людей, тем больше преступлений. В текущем году отмечается увеличение количества регистрированных преступлений по всем видам. Это и те, где у нас следствие, по которым обязательно 19,2%. Следствие, по которым ведется в форме дознания, на 49,5%. Тяжкие, особо тяжкие на 11%. Полицейским удалось заметно снизить число некоторых видов совершаемых преступлений. Так, благодаря профилактическим мерам, более чем на 8% уменьшилось число убийств, а на 6% – причинение тяжкого вреда здоровью. Тот принцип, от которого мы не отступаем, это неотвратимость наказания и, в первую очередь, присущий для нашего подразделения целого. По количеству привлеченных лиц к уголовной ответственности, уважаемые коллеги, мы с вами занимаем строго первое место во всей области. Особо были отмечены сотрудники ГИБДД. В целом за первое полугодие 2016 года ими раскрыто 129 преступлений. За аналогичный период предыдущего года этот показатель составлял 52. Данная статистика показывает, что своевременные оперативные действия, профилактическая и следственная работы от года к году повышают эффективность Одинцовской полиции. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».